Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть Your Today Rogue. Так, ну что, у нас заброшенный молл. Давай-ка я, наверное, заберу награды ежедневные. 30 золота. Подарок готов. Баксы. Ну и, по-моему, пока все. Так, что я хотел отметить, ребят. Я, по-моему, прокачал себе то ли ботинки, то ли шлем, что-то из этого. Это уже было за кадром, но ничего такого существенного не было. Мне нужно вот здесь, друзья мои, мне надо, блин, пройти эту чертову жару. Но, слушай, давай, может быть, здесь попробуем пыльное шоссе. Так, враги могут атаковать, угу. И двигаются и атакуют быстро. Двигаются и атакуют быстро, запомнили? Чтобы не было потом каких-то ко мне претензий. Плюс они могут атаковать огнем. Обычно я атакую, а тут, понимаешь ли, какие-то бомжи. Так, подожги 20 врагов с помощью бензина или спичек. Подожги с помощью... В общем, ребят, надо поджигать. Так, врагов бензином, спичками не имеет значения. Главное поджигать. Куда ты прыгаешь? Ну куда ты прыгаешь, хамло? Я знаю, что в ближнем бою, блин, хочешь меня поджарить. Невидимые часы. Давай глянем, что такое за невидимые часы, ребята. Временная невидимость каждые 6 секунд. И что, это мне как-то поможет? Ну, хотя бы здесь снаряд. Ага, невидимый. Да, но они-то по-прежнему почему-то почему-то такое впечатление, что они меня видят. По крайней мере, они. Так, значит, с помощью бензина или спичек? Ну, давай. Просоте, блин. Так я невидимый в плане того, что меня не видят, или я не получаю урон? Немножко непонятно. Горячая картошка. Хотя там все было хорошо, ребят. И картошечка, и... Давай, 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 давай размажи ему башню. Ну что за сыха? Получил? Отскок от врага плюс еще один. Давай, наверное, баскетбол возьму. Хотя отскок бы тоже не помешал бы. Дополнительный. Так, ну здесь что? Скорость атаки возьмем? Мы возьмем с тобой скорость атаки. Иди ты со своей фигней с этой, а? Слушай, ну они не видят меня, убегают. Как будто меня здесь нету. Но это срабатывает как-то очень мало. Так, ребят, одно задание выполнил. Убить с помощью револьвера. Как будто у меня был какой-то другой выбор. Так, подожги врагов за один забег. Поджог. Это 20, да, было? А нужно еще, по-моему, если я не ошибаюсь, еще 40. Хорошим стрелять-то по мне. Урон оставляет желать лучшего, ребят. Согласись. Так, ну я возьму золотое яблоко здесь. Без лечилочки-то как? Без лечилочки никак. Давай эту турель попробуем замозжить. Мне уже предупредили, Рэй, что впереди будет тебя ждать злобная бабка. Ну, по сюжетку, по сюжетке это будет следующий босс. Такой небольшой спойлер, блин. Я уже думал, что я вас не увижу никогда, блин.
По крайней мере, ну не в этом этапе. А не тут, как тут. Пипец, застрял. Это фигня, блин, все время думаю, что можно через нее перепрыгнуть, но не тут-то было. Да вали ты нафиг, а. Жабы слишком, ребята, имбовые. Почему? Ну потому что они прыгают с одного конца экрана до следующего. Это разве дело? 0,5 секунд не видит. Да фиг им твоя невидимость, блин. 0,5 секунд. 0,5 секунд, ребята. Не секунда, а 0,5 секунд. Вот, ребята, я и поджег их. Вы попросили ежедневки выполнять. Слушай, задолбал этот Facebook, чертов, блин. Постоянно, блин, во время игры, блин, высылает. Причем, когда я сижу за кадром, ничего такого не происходит. Как только начинаю играть, всякая шваль лезет, блин. Нахрен, вырубить его. Сколько раз уже собирался его удалить к чертовой бабушке, блин. Все забываю, блин. Ну давай ты эту бабку-то шваркни, что так. Причем был в невидимости. Она все равно в меня, ребята, плюнула. Я был в инвизе. Не свисти. Простый лазер, херазер. Да нафиг ты прыгаешь, Рэй, блин. Вот иногда порой сам так туплю, блин. Ну давай бабку-то шваркни и все. Такс, вот тут интересно. Может быть, снижает урон? Давай снижает урон. И надо было вот тебе прыгнуть-то именно туда, блин. А что это, ребят, за черная дыра? Видал, как... Ты видел, как я сейчас? Как ниндзя, блин. Недоиспеченный, блин. Так, помимо жаб, конечно, ребят, еще очень сильно раздражает долбанные турели. Не все. Вот эти вот одиночные мне как бы по... К бабке-то до хрена ты прыгаешь? Потому что мне не было выбора. Еще бабка буянит, лютует бабка, блин. Если такой босс еще будет, который будет заплевывать враги, превращается в фейерверк. Это как? Сейчас тебе, блин, самому тут такой фейерверк устрою. Блин, надо было, ребята, брать либо ботинки, блин, взрывные. Они когда умирают, что ли, фейерверк включать? Ну-ка. Не, я вижу, что там фейерверк летят, но они наносят урон какой-нибудь или нет? Шанс крит. Это будет нормально. Это будет по справедливости, ребят. На критовочках. Ёпа-маковка. Ну как ты... Долбаные вы жабы, а? Да-да-да-да-да, готов. Пипец, вот ты, Рэй, лучше не придумал, как отойти назад, когда в этот момент летит снаряд в тебя. Поганые жабы. Просто, ребята, поганые жабы. Ну, по-другому не назвать их. Ах! Где мой урон? Слушай, я когда невидимый... Может быть, мне, конечно, показалось. Но, по-моему, я даже урон не получаю. Конечно, я не хочу специально это проверять. Давай грибы. Потому что что-то со здоровьем какая-то беда бедовая, голова садовая. Пипец, нахватал, нахватал дерьмище.
Почему я не могу просто пройти мимо зомби? Я понимаю, когда они атакуют, но когда я с ними сталкиваюсь, какого хрена я получаю урон, блин? Ну, так, минус турель. Фейерверки хотя бы, ребята, летят во врагов. Ну, хоть где-то, блин, плюс. Так, подожди, тут должны быть где-то грибы, я не собирал их. Или собрал, что-то я как-то даже не заметил. Вот тут я вижу гриб. Что-то мне, ребята, действительно не хватает полета. Тут уже я сам начинаю тупить. Ну и чё, фейерверки, блин. Фейерверки должны бомбить по врагам, они рядышком там пролетать. Так, тут я вижу гриб и большая лазерная пушка. Причем лазеру по барабану, ребята. Да что за черная дыра, блин, появляется тут, а? Лазеру пофиг стены, он бомбит через абсолютно все. Он еще, видишь, он еще немножко, ребят, смещается. Лазер немножко смещается, поэтому надо отходить чуть-чуть подальше, чтобы не получить урон. Вот, уже появилось три. Как мы его долго распиливаем, а? По-моему, еще больше лазеров стало, да? Ну, сдохнешь ты сегодня или нет? И сразу фул хп. А, так, отскок от врага. Еще один. Увидели, засранцы, увидели, побежали. Блин, нет, надо, друзья мои, брать прыжок. Либо антигравитацию, либо прыжок. На, фейерверком в бубен получил. Зарядка занимается. Шпагат. Ну. Так, а фейерверк, он им наносит урон-то. Можно сказать, детский. Так. Опять корявые жабы достали, да? Ну, это я сам виноват. Горите, жабы. Ага. Ну. Так, минус жаба, минус пентюх. Грибы уже тут не понадобятся. Так, жидкий азот отравляет. А, враги плавятся со временем. Ну, пускай плавятся со временем. Блин, это поганые турели, да? Ну, слушай, они намного лучше плавятся, блин, чем горят. Может быть, для каждого противника... Может быть, для каждого противника что-то свое, например, там, для зомби, например, гореть, для турели, там, чтобы не плавились...
Для меня, чтобы звездюлей не получить, блин. И причем вот на жаре мы не получаем с собой ничего, ребята. Ну, я в плане того, что нам не дают ни рецептов, ничего. Все это дается только на основе, когда ты проходишь. Да, ты можешь перепроходить несколько раз один тот же уровень, но ты, по крайней мере, будешь получать там рецепты и тому подобное. Здесь этого нету. То есть тут мы чисто проходим с тобой ради того, чтобы получить токены. Все. Так что делай выводы. Нужны тебе токены? Локация из одних жаб. Прям шикарно. Мне сейчас повезло, что у меня сработала, ребят, невидимость. Да, я когда невидимый, ребятушки, я не получаю урон. Ну, то есть я как призрак во тьме, прозрачный, как стекло. И мне на все по барабану. Пипец, прыгнул, блин, засранец. Слушай, ну когда фейерверков много. Так, увеличивает размер пламени. 100% шанс крита. Давай пламя, наверное, возьмем. Так, подожди, тут есть еще. Есть грибок. Грибок-бачок, как говорится. Чтоб никто не волок. Оу. Мы дошли уже до босса. Да в плане ты, блин. С руль. Так, ну главное не попасться, ребят. Слушай, а он на меня 15 радиаций, это что за фигня? Он на меня повесил. Не особо понимаю. 15 радиаций, вот, висит. Паршивец! Вот это ты, тварь, а! Резко еще так. Я даже ничего не успел, ребята, сделать, среагировать, блин. Я тут на лайте, блин. Ого. Вот это лайт. У него абсолютно, ребята, поменялась тактика. Слушай, а я его вообще смогу пройти? Осталось у него немножко здоровья. Есть контакт. Да сдохни ты уже, тварь. Папа знает толк в колбасных обрезках. Соточка? Да, соточку там получили, а токены там заработали или нет? Получить пройди 50 комнат. Так, значит, железо нам дают за дополнительные миссии, да, получается? Вот так вот. Блин, токены так и не дали. Почему не дали токены? Токены дают, видимо, только, наверное, когда ты проходишь полностью, что ли, я не пойму. Ну, я имею в виду, вот полностью проходишь, тебе дают токены. Рикошет, вражеские пули отскакивают от стен. Враги сильнее, враги могут атаковать огнем в ближнем бою. Враги двигаются и быстро атакуют. Вот, ребята. Пройдите комнату 30, и ты получишь 2 токена. Блин, всего 2 каких-то вшивых токена. У меня 2 есть, мне нужно 3, чтобы сделать одну из прокачек. Пройди 50 комнат.
Мужик, порадуй меня. Временно увеличивает скорость. Ненавижу этот этап. Почему? Потому что, ребят, тут снаряды отскакивают. Эх, реактивный ранец. Потому что тут отскакивают, ребят, снаряды. Это очень бесяво. Когда они обычно скачут, ты их можешь перепрыгнуть, и как бы никаких проблем. Но когда они... отскакивают от поверхности, ну, грубо говоря, у них такой же баф, как у меня. Поэтому тут надо, ребята, еще брать по возможности на отхил. Побольше, наверное, отхила. Кинетическую защиту взял. Ну вот почему я стрельнул в зомби, почему этот зомби именно в меня стал двигаться во время стрельбы? Ну, с какого хрена, блин? По вертикали, по горизонтали, конечно, лазеры не так сильно бьют, как твое основное оружие. Не так сильно, но... Давай шанс крит. По идее, надо вот это все брать. Смотреть эти рекламы. Пипец. Так дерьмовано получать. Я... Да. Вот они. Вот они, друзья мои. Долбанные жопожабы. Турель, вали нафиг, а? Ё-моё, невидимость-то, конечно, хорошо. Я возьму, наверное, ребят, невидимость. Там было написано, каждые 6 секунд. Пипец, от этого отошел, а этот звезданул. Ну, мне кажется, не каждые 6 секунд. Ну вот, вот тебе результат, блин. Все, короче. Уже от 700 хп осталось. Ты тварь, а? Стоит, главное, стоит до последнего, блин. Только стоит прыжок сделать, все, ребят, начинает прыгать именно в тебя, блин. Тварюга. Да ёпрасто, тут еще бомжиха это. Да плюй ты в другое место, блин. Потная отрыжка, блин. Хотя бы за прохождение вот этого мини-босса, ребята, тебе... дают хп. Тут, блин, желательно, ребята, в воздухе почаще находиться. С жабами такая фигня, конечно же, не прокатит. В воздухе ты будешь висеть, а они прыгнут именно там, где ты, блин, висишь. Турель еще дохренища. Внизу еще турель. Ну где она? Подожди, а, все? А, нет, внизу не турель, ребята. Внизу...
Это не турель внизу стояла, это снаряд отразился. Ну, ёпа-маковка, ну что ты, ну... Давай. Один пауэрбас стреляет лазерами по горизонтали. Да, это, по-моему, ребята, один из лучших получается, как сказать, ну, не бустов, пауэрапов. Потому что он тебе может дать, ну, он, конечно, может 0 дать, но может и 3. То есть ты... Че, ребят, придется лечиться. Вот почему, вот от жаб можно просто как-то отойти, наверное, в сторонку. Они же прыгают. Они же не бегут. Пипец какой-то. Расколбасил. Я обожаю вот эти вот комнаты. С тремя, блин, лазерами. Ну давай хоть один-то уничтожь. Последний сос есть. Стоит, глядя наш, вынюхивает там что-то. Думает, ах, сигануть на него или не сигануть. Не видим, давай баскетбол. Да, ой, тихо-тихо. Так, осталось турель, что ли? Все, завалил. Пипец, от этого отбегаешь, там тебя пружинит. От этого отбегаешь, пружинит с другой стороны. Ну, Рэй, ну уничтожь ты эту турель долбаную. Есть контакт. Это комната с большим огромным лазером. Нет, это не с огромным лазером. Это с обычным пока лазером. Но он, по-моему, будет, ребят, несколько лазеров делать, да? Да, он уже начинает делать. Так, мне установили фулл ХП. Так, избыток увеличится 25%. Избыток увеличивает максимальный ХП. Избыток. Давай. О-о-о. Я думал, там будет маленько там прибавляться, но прибавляется довольно неплохо, ребят. Ну что, валинули засыху? Бомбанули. Прыгающие шмары, а? Тоже, блин, как и лягушки, блин. А вот этот вот гравитационный... Не знаю, как его назвать-то. Барьер, он же, ребята, защищает только от пуль, да, получается? Он не защищает от физ урона. Че, опять жабы? Оп, я невидимым стал. Он меня... Не должен он меня был увидеть. Есть. Ага. Давай. Давай.
Две кинетики, ребята. Какого хренуса? А-а-а-а, дурак, блин. Захотел наколоть, но не получилось. Сам нарвался. Блин, шанс крита или лечение. Я, наверное, крит выберу. Так. Ну ты видел, да, что эта вшивая жаба делает, блин? Я прыгнул, она в стену уперлась, блин, и просто по стене съехала. В тот самый момент, когда мне нужно было, блин, делать прыжок. 670 хп, ребят, ну ты... Ёп! А их тут две. Ой, ё-моё, их тут не две, ребята, их тут намного больше. Ну уничтожь ты, пожалуйста, турели вот эти вот. Мне будет немножко... Блин, этот... Я думаю, что он не идет назад, он встрял в эту... Снаряды возвращаются же, блин. И осталось у меня 581 здоровье. Я не понимаю эти жабы, как они, ребята, меня видят, как они предвидят, предчувствуют, что я должен туда-то приземлиться или туда, блин. Но они прыгают именно в то место, где я должен быть. Или подпрыгивают наоборот. Они прыгают, и я лечу туда. Или я наоборот лечу, а они в тот момент прыгают. Ну, ну что это? Полет бы, конечно, бы не помешал бы, ребят, усилить. Ну, не усилить, а как тебе сказать? Продлить. Чтобы я мог хорошо так в воздухе подзависать. Яблоко тут даже не обсуждается. Блин, я этого босса... Я же, по-моему, на этом боссе тогда спекся, да? В прошлый раз. Красавчик, ну, ну а что я могу сделать? Ну... он делать сейчас будет, я не помню. Да, еще со скакивающими снарядами. Вообще замечательно. Ху-ху! Да ну нафиг, вы что, блин, тут... Вообще целая гряда. И обратно такая же орда возвращается, да? Вот объясни мне, как тут... Как ты тут сделаешь, блин? Чтоб не наполучать урона. Тут даже все залагало у меня, блин.
Да, ну как это? Да сдохнет он сегодня или нет, блин? Есть. И лазером еще, главное. Он сдох, мне лазером еще достался. Прикинь, а было бы у меня мало хп, он бы меня разнес бы. Есть, ребята. Два токена. Господи, ты боже мой. Ну ты видел какой трэш? Ты видел, блин? Снаряды просто по всей фигне летят. Загадочный ящик. Да нафиг он. Не буду я смотреть твой загадочный ящик. Вот что мне надо. Давай. Так, 3 к атаке, 2 к защите и стало 14 к здоровью. А тут сколько нужно токенов? 3. Кстати, нам немножко осталось до уровня. 7 уровень. Да? Так, ну что, у нас заброшенный молл. 70% пройдено. Попробуем, может быть... А может быть сейчас у нас будет получше как-то получаться. Как-никак вкачал себе немножко через токены ХП и атаку. Так, 27 комнат пройдено. Мне нужно еще 23. А что это, зомби радиоактивный что ли? Че? Картошечка, конечно. Хорошо, когда пока нет жаб, ребят. Хорошо, когда снаряды не отражаются. Прям себя чувствуешь, как царек маленький. После всего того хаоса, что был. Яблоко. Хотя надо было, может быть, и кинетическую защиту взять лучше. У меня же нету гравитации. Такой сижу, там прыгаю, блин. Нету, ребят, гравитации нету. Не то, что не гравитации, у меня нету этого ранца, чтобы я мог летать. Снижает гравитацию, давай. Хотя я больше чем уверен, что другой бы на моем месте бы прокачивал бы все то, что наносило больше урон зомби. Я бы, наверное, согласился бы с ним. Потому что чем больше и быстрее ты наносишь урона, ну, тем быстрее ты проходишь, грубо говоря, без повреждений. Давай скорость атаки. Я не могу понять, почему они, как сказать, не в защите в радиоактивной, а на них значок радиоактивности. Что вообще это значит? Значит, что бабка там вон появилась. Швабра. Да я... Помаковка, бабка, сдохни. Ну это не просто бабка, это зомби-бабка, ребят. Попрошу не путать. Давай, одна пуля рядом. Ты еще скажите, блин, какой ты рей злой, блин. На бабку гонишь. Что за прессинг? Так, минус бабка. Вторая. Ты видел, как бабка приземлялась? Если не видел, то перемотай чуть-чуть назад и посмотри. Ай, блин, бабка. Ладно, бабка, бабка, бог с ним. Ты посмотри, что тут происходит. Давай турель увольнем.
почему получается временем урон? У нас действительно какая-то радиоактивная это. Давай вот это вот. Избытка-то хп, конечно, не будет. 100%. Гигантская бабка. Они получают урон от радиации. Постепенный урон. Маленький, конечно, не такой большой. Не такой колоссальный, но получает. Блин, мне бы, знаете, что не хватает? Не хватает мне. Мне не хватает моих маленьких дронов, которые помогают мне. Ну, по бокам, которые стреляют по вертикали, потому что плюс с отражением, с баскетболом, это бы все летело бы ей в табло. Да неужели? Неужели мне что-то дали? Я думал, тут кроме баксов ничего не дают. Мне дают, оказывается. Я же прыгнул, ну! Я только сейчас увидел, как работает парализация. Так, подожди. Отскакивает. А, у меня отскакивать от стен не было? Ё-моё, я думаю, что такое? У меня не было, оказывается, отскакивания от стен. Вот это да, Рэй, вот это ты мутишь мутю. Минус. Минус. Что-то вроде бы взял, как бы нормально должен был отхилку, ребята, взять. А значит, все равно как-то не особо хорошо яблоко-то это хиляет. Вот ты видишь, да? Сколько мне приходится бомбить по зомбарю, чтобы его ушатать. Опять я встрел этот чемодан долбанный, этот саквояж, блин. Постоянно его не вижу. Но я не хочу, ребята, кинетически, хотя... Не, не хочу. Хотя он бы мне помогал бы вокруг меня. Ну, это дополнительная защита, точнее, не защита, а дополнительная атака. Я не пойму, почему не получает урон от радиации. То ли у меня что-то взято. Может, у меня на оружии каком-то радиоактивная атака или что-нибудь в этом роде. Урон, давай урон возьмем. Не так много, это 10%, как бы не особо. Ну, считай. Из 100 это всего лишь, ну, вместо 100, например, это будет 110 урона. Как бы особо ты не почувствуешь этого. Но зато, когда ты получаешь звездюлей, вот. То есть чуть-чуть стоит замешкаться, и все, ребят. И ты ощущаешь всю прелесть урона. Просто 497, ребят. Потому что ты иногда вот эти вот ящики, долбанные ящики, ты. Саквояжи, они просто меня, ребята, Бабка, тихо. Твою мать, а? Швабра, блин, еще и плюется-то как быстро. Без навесика плюнула. Это турели вообще не уничтожается. Мизер урона, я бы так сказал. Вот они. По горизонтали, еще, конечно, бы по вертикали надо. Где вы там, ё-моё?
Жаба. Слушай, я не вижу, ребята, чтобы яблоко нормально хиляло. Три яблока взял. И я не вижу нормального отхила. Странно, мне казалось, что... Какой, блин, лазер еще. Ай, надо было, блин, упасть, а, ну... Так, три лазера теперь. А у меня нету гравитационного прыжка, блин, Рэй, ну... Да что мне тут осталось? А, нет, смотри. Было 100 с лишним хп. Пакет с кровью. Топчитесь по мертвым зомби для лечения. Прикинь. Топчи мертвых зомби для лечения. Это как так интересно? Сейчас посмотрим. Вначале надо убить хотя бы одного зомби. Не особо, честно говоря, понял. Я понял, что надо топтать зомби, но... Ну вот, зомби лежит, ну... А, 8 хпшек всего дает, ребят. Да. Давай. Блин, надо было реактивно ранить смотреть. Ну, черт. Да, 8 хп дает каждый раздавленный мною зомби. А роботы тоже дают? Нет, видимо, только зомби. Видимо, только зомби. Я пытаюсь его добить, ребята. Хреново все-таки без летающего ранца, ребят. Привык тут летать, а? Пройти 50 комнат. Прошел. И бегу, блин, прям.
Жалко, что нельзя такой же получать от дронов. То, что дронов даем. Где-то, по-моему, тут должен быть еще зомби, разве нет? 557. Какие вы живучие, а, твари? Раздавим. Раздавим. Почему тут нету какой-нибудь, я не знаю, вот защита от пуль, защита от физурона, например. Я охренею, блин. Ну вот начинает этот долбоёб, блин, долбить тебя, блин. Ты уже ничего не сделаешь, блин, понимаешь? Сдох, сдох. Отлично, готов. Отскок от врага. Подожди ты со своими воротами, тут где-то зомбари должны быть. Вроде бы, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Это босс-паук, ребят. Что-то он делает. Или хочет сделать. Он каких-то дронов мелких отправлял. Дай ему хана, ребят. Изи, босс, я тебе скажу. Изи. Ну что, нам осталось только раз, два, найти колеса и вот нижнюю платформу. Да в плане, ты стреляешь там еще. Еще не все, что ли? Вроде все. Замечательно. Еще и 1000 баксов поимели. Но с баксами пока проблем нету. У меня там 10 тысяч, по-моему. Сундук. О, 25 на шлем. 25 рецептов на шлем. И, друзья мои, 7-й уровень. 7-й уровень. Так, 20 голды. Ключ. Так, мы можем с тобой дальше, по-моему, прокачиваться. Следующая прокачка, ребята, на 9-м уровне. Так, у нас есть ключ. О, мы еще и ключ взяли с тобой. Для эпического сундука. Золотый. О! Неужели, друзья мои, неужели я получил то, о чем я давно просил их? Атака плюс 5. Это идет на атаку. Но я могу еще и апгрейдить. К атаке. Причем это, ребята, редко. Это не... Ну, конечно, как-то не... это необычное. Редко это вот нормально. Плюс шлем чуть-чуть подточили на 120 хп. Хм. Превосходно. Так, что-то там можно. Режет зомби. Увеличивает разгон и уменьшает расход бензина.
Пойду-ка прокачусь, ребятушки. Надо, как говорится, тряхнуть стариной. Только лишь бы старина выдержал. Я про буст-то забываю. Наверх не закатился я. Угу. Ну чё ты там буксуешь, забуксовал, блин, как паралитик. Я только, ребят, доехал до своей точки. Все. Не особо-то сильно и продвинулся, если честно. Слишком медленно. Пишет мне еще: слишком медленно ты проехал, парень. Дайте больше, блин, мне материала, я проеду быстро вам. О, у нас открылся, друзья мои, спящий город. Какая-то крыса. Какая-то, ребята, здесь будет гигантская крыса. Какая бабка-то, говорит, бабка? Где, блин, босс-жаба, блин, я уже боюсь даже представить. Рыбный рынок. Туманные доки, какие-то роботы здесь. Затонувший танкер. Опять червь будет здесь боссом. Инфернальный город, это какой-то... Крысы кого-то поедают. Вот паук, ребята, вот такой был паук. Почему-то он здесь на следующем шоссе, а был у меня на том этапе. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня тогда закончим эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.